Всем добрый вечер, добро пожаловать, ну, доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я представлю вам обзор моих покупок в магазине Магнит Косметик и Фикс Прайс. Небольшие покупки были сегодня. Так как сегодня было 15 число, я решила зайти в магазин косметика, посмотреть, что там имеется по акции. Первое, что я купила, это вот такой блеск для губ от Vivien Sabo. Бриллианс. Очень шикарный, красивый оттенок. Просто я его увидела и все, и влюбилась сразу. Так, вот сводч данного блеска. Вот самый нижний. Я заранее уже подготовила. Очень красивый, не липкий. Запах очень приятный. Он продавался вот в таком бластере, упаковочке. 40-45 тон. Вот вся информация. Можете потом остановить и почитать. Блеск для губ с 3D-эффектом. Так, вот это была одна покупочка. Следующая была. Были скидки на акции на помаду от Stellery. Одну приобретаешь по полной стоимости, вторая тебе идет в подарок за 1 рубль. Я также еще не пользовалась, не приобретала помады от Stellery. Вот решила попробовать. Все они шли с шиммером. Очень красивые. Вот это вот оттенок 21. Персиковое желе. Очень красивый оттенок. Смотрите, какой красивый. Также переливается запах. Очень приятный, нежный. Так, это вот на сводче. Вот он. Очень красивый. Блестит. Но сразу скажу, что эти помады не стойкие. Конечно же, контурным карандашом. Ну, если праймер, конечно, под помаду нанести, то будет держаться. И обязательно контурным карандашом. Иначе края будут растекаться. Я уже попробовала сегодня на работе после обеденного перерыва. Очень красивая, конечно, помада. Второй оттенок, какой я себе подобрала, это оттенок 29, фуксия. Также очень красивый, приятный запах, блеском. Красивая помада. Ну, на сводче, вот он, средненький. Это вот. Также переливается, очень-очень красивый. Просто шикарный оттенок. Давайте все их поставим рядышком. Так, кроме этого, также я себе выбрала вот такую маску от Evelyn Cosmetics. Маска для лица. Интенсивно омолаживающая, металлическая, с активированным углем, нано-золото. Я еще не пользовалась данной маской. Вот решила попробовать. Здесь идут два бластера для зрелой и чувствительной кожи. Глубокое очищение с детокс-эффектом, заметное омоложение контура лица и активная борьба с морщинами. Вот. Также информация. Можете ознакомиться, прочитать. Вот такая маска. Так, сейчас по окончании я скажу стоимость всех продуктов. И последняя моя покупочка, что я еще приобрела сегодня, это гиалуроновый крем-маска для рук. Тоже от Evelyn Cosmetics. 11% активная регенерирующая сыворотка. Моментальная помощь, очень сухой и потрескавшейся кожи. Гиалуроновый крем, маска для рук. Вот информация. Масло авокадо, депантенол и аллантоин. Комплекс витаминов А, Е, Ф. Растительной керамиды. Гиалуроновый крем
Маска для рук основана на инновационной формуле, состоящей из 5% моря. Вот, можете почитать. И комплекса гиалурон актив, который омолаживает, глубоко увлажняет и разглаживает кожу. Вот решила взять, попробовать. Вот такие были сегодня у меня покупки в Магнит Косметик. И сейчас я вам озвучу стоимость. Губная помада сияющая. Так, вот она за рубль одна. Следующая 257 рублей 90 копеек. Затем блеск для губ Vivienne Sabo 159 рублей 20 копеек. Так, и далее получилось, что я сначала одну покупку сделала, погуляла по магазину, еще взяла вот эту сыворотку для рук и маску. Поэтому у меня вышло два чека. Так, Эвелин крем-маска гиалуроновая для рук 89,30. И маска для лица Anti-Age от Эвелин 41 рубль 30 копеек. Вот такая покупка была сегодня совершена у меня в магазине Магнит Косметик. Очень все красиво, я всем очень довольна. Затем я зашла в магазин Fix Price. Хотела, конечно, купить гель для стирки, но его опять не было. И приобрела себе такие вот товары. Это по советам девочек в роликах. Вот такой вот нежный крем. Но для рук его используют. После доения он называется. С экстрактами календулы, алоэ, витамином F. Питает и увлажняет кожу. Противовоспалительный и ранозаживляющий эффект. От Флорисан. Отзывы я слышала очень хорошие. И решила, ну, тут не понимает, наверное, камера фокус, решила его попробовать. Ну, я уже на работе намазала им руки. Запах очень шикарный, очень нежный. Ну, кто не любит сильные запахи, может быть, не понравятся стойкие. Я, наоборот, люблю вот такие запахи. Так что я осталась довольна этой покупкой. И затем я приобрела вот такое мыло. Магия цветов. Туалетное крем-мыло с ароматом роз. От Эвка Косметикс. Еще не пробовала. Там еще были с лавандой. Я решила попробовать такой 75 грамм. У меня немного стала коллекционировать мыло. Так, давайте так поставим. И решила... Вот такого у меня нет. Решила попробовать. Так, в магазине Fix Price это все... Стоимо. Сейчас минуточку скажу вам. Здесь баллы. Ну, вот. Товар. Не вижу. Так, крем. Вот для рук стоит 55 рублей. Туалетная мыга 13 рублей 70 копеек. Так, и еще забыла. Еще же у меня была из продуктов питания сделана покупка. Видела, бросилась в глаза и захотела купить. Вот такой вот напиток кофейный, растворимый, 3 в 1, сгущенное молоко. Петровская слобода. Ну, тут уже мы открыли, пробовали. Дочка, я в обед выпила 10 пакетиков. Вот бросилась прямо в глаза, не знаю, может быть, они были ранее там, но я их не видела. Не замечала, может быть. Может быть, новый привоз. И решила попробовать. Ну, это как бы не совсем полезный такой напиток. Ну, очень-очень редко такой покупаем, но вот захотелось. Попробовали, ну, правда, вкусно, как кофе с молоком. Очень приятно, вот так на работе. В обед, с утра можно в течение дня выпивать кофе, ну и дома, когда хочется. Дочке тоже понравилось. Очень вкусно. Вот этот кофейный напиток, его стоимость была. Кофе растворимый, 51 рубль за 10 пакетиков. Я считаю, что это тоже удачная покупка. Вот такие небольшие покупки были мной совершены сегодня в магазине Magnit Cosmetics и Fix Price. Всем приятного просмотра. Всем всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайк под видео. И буду очень рада новым подписчикам. Всего доброго. Всем пока-пока. Попрощалась.
с вами и вспомнила, что я на днях приобрела, точнее вчера приобрела в магазине Пятерочка вот такое мыло от Дуру, хозяйственное, универсальное. В прошлый раз я покупала такое с ароматом лимона. Просто хочется сказать отзыв. Вот с ароматом лимона очень шикарно отстирывает белые носочки. Ну, я думаю, это то же самое также отстирает. Белоснежные все дочки стирала на руках. Застирываешь, немножечко полежит оно застиранное этим мылом. Не ополаскиваете, также кладете белье в барабан стиральной машины, уже добавляете стиральный порошок или гель для стирки, или капсулы, чем вы пользуетесь, и включаете обычную стирку. Все, ваши носочки будут белоснежные, как новые. Очень шикарное мыло, мне оно очень понравилось. Вот я вчера приобрела его в магазине Пятерочка. Ну, советую, можете приобретать. Стоимость, к сожалению, не помню. Чек выбросила. Не могу сказать, но оно недорогое. Оно есть и фикс прайс. Я его первоначально покупала в обычном хозяйственном магазине. Затем вот увидела, что есть Пятерочки, и решила приобрести. Так как уже этот кусочек закончился, я взяла новый. Так что советую. Могу вам посоветовать, что действительно очень хорошее мыло. Ну а теперь уже действительно все. Всем всего доброго. Смотрите мои видео. Не судите строго. Это только второй мой ролик. Надеюсь, что что-то вам было полезным, интересным. Пишите ваши комментарии, замечания. Учту, исправлюсь. Была очень рада вашему вниманию. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч.